Судьбе, поврежденной огнем, деревянной Успенской церкви посвятили целое заседание. На него приехали представители Министерства культуры России, профильного министерства по ЦФО, а также представители собственников и прокуратура. Напомним, судьбой памятника заботилась Валентина Матвиенко и поручила в течение 2 месяцев принять меры по спасению объекта культурного наследия. Основных вопросов сейчас 2. Первый касается смены собственника. По договору безвозмездного пользования деревянный храм передан Старообрядческой церкви. Раньше собственником памятника было территориальное управление Росимущества. Второй вопрос касается юридических тонкостей, в которых необходимо разобраться в кратчайшие сроки. Теперь предстоит определить, что делать с решением суда в отношении предыдущего собственника, которого обязали не только законсервировать, но и полностью восстановить объект культурного наследия. В первую очередь будет решаться вопрос относительно исполнения предписания, которое выдано в 2015 году представителю собственника объекта культурного наследия о проведении работ по сохранению объекта. И также вопрос, связанный с консервацией объекта по решению Ленинского районного суда города Иваново. Все-таки планируется обсудить, кто, как, в каком объеме эти работы будет выполнять. В настоящий момент Росимуществом подготовлена проектная документация для проведения этих консервационных работ. И, в принципе, учитывая то, что если работы будут проводиться религиозной организации, то не нужно будет расторговывать все это производство работ, то, в принципе, за 2, может быть, 3 месяца именно консервационные работы в летний период провести вполне себе реально.